На конкурс «Дети читают стихи. Город Уфа». Сабина Ахматуллина, 5 лет. Сергей Михалков, лесная академия. Как-то летом на лужайке очень умный маленький жук нанял для насекомых академию наук. Академия открыта от зари до зари. Насекомые лесны изучают буквами. А – акула, Б – береза, В – ворона, Г – глаза, шмель и муха, не жужжите, успокойся, стеказа, повторяйте, не сбивайтесь. Д – дорога, Е – енот, по линии доски кузнечик, сердце задом наперед. Ж – жёвая жаба, З – забыла змея, не спрыши клопок, а маник, пересядет молодья. И иголка, К, крапива, Д, дикая липа, лук. Так кому услышите? Уберите этот паук. М, медведь, мышонок, Молли. Н, налим, А, О, олен. В академии хотите кому учиться, лень? П, петушка, Р, ромашка, С, тутюк или смачок. Так, а не котилосы, не подсказывай свечок. Т – травинка, У – улитка, Х – хрялка, Х – хорёк. После первой перемены преподобный нашел. Учат азбуку букашки, чтобы грамотными стать, потому что это мало, только пользу и летать. Спасибо за внимание!